Уважаемые коллеги, рада вас всех приветствовать. Давайте проверим связь. Поставьте, пожалуйста, несколько человек плюсики, если хорошо слышно. И если нужно отрегулировать звук, тогда стучите тоже в чат. Слышно, да? Угу, хорошо, спасибо огромное. Итак, коллеги, мы сегодня встречаемся с вами по очень сложной, в принципе, теме, потому что проектирование основ финансовой грамотности, разработка рабочих программ, соответствие их основным образовательным программам, федеральным государственным стандартам образования достаточно сложная тема, хотя очень многие вузы ведущие, центры, институты развития образования все время об этом говорят, разрабатывают методические пособия. Так лучше? Угу, хорошо, спасибо. Вы мне, если что, там в чатик стучите, хорошо? Голос буду регулировать, звук вроде бы мы отрегулировали. Итак, сегодня мы с вами познакомимся с этой темой, но перед этим хотелось немножко такого интерактива. Те, кто уже присутствовал, может быть, были на этой доске, все-таки хочу вас знакомить с онлайн-инструментами. И вот такая небольшая доска знакомств на сервисе Padlet, это электронные доски, очень интересные. Вот у вас есть QR-код, есть ссылочка. У кого есть желание поработать на доске, можете просто оставить там о себе краткие сведения. И приглашаю вас в свой социальный проект «Финансово-грамотный педагог», который я веду в двух социальных сетях. Это группа в Фейсбуке и группа ВКонтакте. Ссылочки у вас тоже на сайте. Ну, кто хочет, добавляйтесь, друзья, в Фейсбуке. То есть данные все есть. А мы идем дальше. Итак, всегда любая тема, да, особенно касающаяся образования, упирается в нормативное регулирование. Как и любая другая тема, мы с вами, в принципе, как физические лица, как граждане страны. Если я зависаю, но обновляйте, может быть, из-за того, что народ все-таки пришел. Я очень рада, что нас много с вами. Просто может интернет подвисать немножко. Итак, коллеги, если кто меня не знает, очень кратко обо мне есть на доске Padlet. Можете зайти посмотреть, там краткий файл. Заходите в группу в Фейсбуке, тоже там есть информация. Можно я не буду сегодня представляться? В принципе, информация в презентации тоже есть. Я очень рада всех приветствовать. Итак, давайте поговорим с вами о нормативном регулировании именно проектирования любой программы образовательной, особенно именно программы, рабочие программы учителя, воспитателя, преподавателя, то есть на что мы опираемся. И именно в рамках финансовой грамотности. С 2011-2012 года в нашей стране стала активно развиваться программа повышения финансовой грамотности Российской Федерации под руководством Министерства финансов Российской Федерации. И в 2017 году была принята уже на уровне государства стратегия повышения финансовой грамотности в целом Российской Федерации на 2017-2023 годы. Ссылочки все активные, можете проходить, знакомиться. В этой программе были приняты направления, прошу прощения, повышения именно финансовой грамотности граждан, то есть личной финансовой грамотности каждого отдельного гражданина. Для чего? Для того, чтобы он соблюдал баланс своего финансового благосостояния, мог создавать на основе своих знаний о финансах, о финансовом рынке, о личных финансах подушки финансовой безопасности. И я думаю, что в этом году каждый все-таки понял, что эта подушка нужна ему лично. в целом государство, конечно, преследует цель, что финансовое благосостояние граждан – это и финансовое благосостояние государства, да, то есть развивающаяся экономика государства. И одну из главных ролей вот в уровне финансовой грамотности, почему наша страна стала тоже этим заниматься, это играет международная организация экономического сотрудничества и развития, созданная при ней в 2009 году Международная сеть финансового образования. И в 2012 году вот эта сеть финансового образования выпустила принципы высокого уровня по национальным стратегиям финансового образования. И наша страна присоединилась. И кроме этого, в 2015 году было подготовлено руководство по реализации национальных стратегий финансового образования, которое было основано на успешном опыте ряда стран. Наша страна, по данным, мы там потом пройдем, да, на конец 2018 года находилась на 9 месте и не потеряла своего рейтинга. И в 2020 году было исследование, мы на нем тоже остановимся, именно по уровню финансовой грамотности. На основе этой стратегии был разработан план мероприятий по реализации стратегии повышения финансовой грамотности. И вот последние изменения в этот план были внесены в марте этого года, датировано 4 марта. Это второй пункт нашего нормативных документов. А казалось бы, какое отношение имеют учителя, воспитатели, да, то есть уровни образования вообще к финансовой грамотности? В принципе, это занятие родителей. Да, можно было бы так подумать. Но была разработана в 2017 году, и вот в плане мероприятий тоже были подтверждены эти направления. Именно мероприятия, касающиеся внесения изменений в образовательные стандарты, федеральные образовательные стандарты, и добавления именно программ финансовой грамотности, обучения финансовой грамотности во все уровни образования, то есть от дошкольного образования до высшего образования. Датированы они прошлым и этим годом, то есть внесение изменений. И в образовательные стандарты вы знаете, что сейчас перерабатываются образовательные стандарты, и существуют уже проекты федеральных образовательных стандартов 3-го уровня, но до сих пор они не приняты. Поэтому я вас отправляю здесь вот в 5-м пункте, да, все-таки еще на сайт в ГОС.ру, и там стандарты, это не проекты, это стандарты, которые были предыдущего поколения, и мы по ним еще сейчас работаем, хотя уже изменения есть, и стандарты планируются, ну, до конца следующего года, они все-таки планируются, что будут приняты. И мы перейдем именно в дошкольном и школьном образовании на новый уровень стандартов. Высшее образование уже переходит, да, на стандарты 3++. Буквально вчера я просмотрела, и в высшем образовании уже введены универсальные компетенции, и есть отдельная компетенция по финансовой грамотности. Что касается стандартов дошкольного образования и всех уровней школьного образования, то отдельных компетенций и отдельных дисциплин по финансовой грамотности нет. На сегодняшний день не существует. Но мы об этом поговорим дальше. А как же быть? Как мы все-таки, почему нас обязывают работать и обучать финансовой грамотности? Когда мы смотрим на дорожную карту, то в дорожной карте отдельным пунктом есть внесение изменений в образовательные стандарты. И я думаю, что вот в образовательные стандарты 3-го уровня уже будет внесено. Сейчас эти документы носят рекомендательный характер. То есть вот на законодательном уровне у нас ни в одном документе не написано, что есть дисциплина финансовая грамотность. У нас есть рекомендации внедрять эту дисциплину. и обозначу почему. Так, и еще обратите внимание, что я здесь вам привела профстандарты педагог, педагогическая деятельность на всех уровнях образования. И мы работаем, да, когда мы пытаемся изучить всю нормативную документацию, естественно, мы ищем примерные основные образовательные программы по всем уровням образования. Вот здесь дошкольное образование, и дальше я перехожу, я сегодня чуть-чуть увеличила этот перечень. То есть обратите внимание, что для школьных педагогов, для всех уровней тоже есть примерные основные образовательные программы начального общего образования, основного общего и среднего общего образования. Также есть методические рекомендации в отдельных регионах, особенно те регионы, 9 регионов, которые являются пилотными проектами по повышению уровня финансовой грамотности. Мы дам вам ссылку на сайт, где эту информацию найти. Вот в этих регионах в эти методические рекомендации включены. Ну, я вот вам здесь привожу пример, это 12-й пункт документа. Привожу, да, запись будет. Привожу ссылочку на наш Ставропольский регион и Институт развития образования Ставропольского края разработал метод рекомендаций. Эти институты образования метод рекомендаций разрабатывают ежегодно. В основном это идет одна метод рекомендаций сразу на все уровни образования. И в Ставропольском крае есть отдельная рекомендация по обучению именно финансовой грамотности. Кроме этого, обратите внимание еще на международные исследования. То есть детские садики, конечно, не застали, то есть не подпадают под обследование ПИСА. А школы и школьные педагоги уже многих регионов, я думаю, на себе прочувствовали вот эти не только российские, да, проверочные работы, а... Так, давайте я включу тогда звук, извините, прервусь. Лучше слышно? Сейчас я попробую еще здесь звук добавить. Угу. Слышно? Угу, спасибо. Так, отлично. Просто, ну, тогда, извините, если будет немножко такой звон или скрежет, потому что думали, что чуть-чуть прикрутить. Угу, хорошо, спасибо. Итак, когда мы говорим о международном обследовании, то вот здесь мы напрямую с вами будем сейчас говорить о том, зачем же изучать финансовую грамотность. Не только для повышения своего благосостояния, но и для того, что наша страна участвует, школы нашей страны тоже участвуют в международных обследованиях. Одной из оценки международной методологии оценки финансовой грамотности выступает индекс финансовой грамотности и его компоненты. Обратите внимание, у нас здесь 3 компонента. Это знания, навыки, установки. Так, сейчас я... Вот они, да, то есть знания. Максимальная оценка знаний 7 баллов. Максимальная оценка внутри этого индекса навыков, именно навыков финансовых расчетов, работы с финансовой информацией, анализа финансовой информации, это 9 баллов. И установки, то есть баланс между тем, что вы знаете и как вы умеете это использовать в своей жизни, максимально оценивается в 5 баллов. Итого максимальный индекс у нас 21 балл. И я привожу последние данные, да, то есть у нас в обследовании со стороны России выступает Национальное агентство финансовых исследований, НАФИ. И я вам ссылочку здесь даю на сайт обследования финансовой грамотности в 2020 году мы видим по этой табличке, обратите внимание, Россия, да, красным здесь выделена, на 9 месте. И индекс финансовой грамотности 12,5. Ну, на несколько десятых он увеличился по сравнению с прошлым годом. Но обратите внимание по навыкам, да, то есть по нашему балансу между нашими знаниями. То есть мы можем знать, но можем не умеем применять наши знания в реальной жизни, в различных финансовых ситуациях. То есть 2,8 вот у нас эти установки, то есть баланс. И обследование НАФИ именно россиян, уже не говоря о международном исследовании, в этом году показало, что финансовую подушку безопасности россияне создают не очень активно. То есть порядка там 35% россиян имеют финансовую подушку максимум на 2 месяца. Ну, то есть это совсем ни о чем. Да? То есть особенно в условиях нынешних. Поэтому очень много различных мероприятий, просветительских мероприятий направлено на то, чтобы мы не только повышали свою финансовую грамотность, но и умели управлять своими личными финансами, в том числе и дети. И об этом мы говорим дальше. То есть обратите внимание, что у нас есть программы по оценке образовательных достижений учащихся. Это международные программы оценки, в них участвуют различные страны, так называемая оценка ПИСа. И последний раз была проведена в 2018 году. Подпадают под нее сразу не все регионы, а выборочные регионы. И вот на этом сайте, да, то есть Центра оценки качества образований, там вы найдете информацию. И следующая оценка будет в 2021 году. Но там основное внимание будет направлено на проверку функциональной математической грамотности. Финансовую грамотность будут тоже обследовать в рамках этой оценки. Оценка финансовой грамотности должна ответить на вопрос, насколько, вот мы по центру здесь, да, этот вопрос, насколько наши учащиеся, то есть выпускники основной школы, это значит, что у нас выпускники 9 класса, могут принимать эффективные финансовые решения в различных финансовых ситуациях, в различных жизненных ситуациях. То есть по обследованию последнему 2018 года дети показали вот по достаточно высокие знания по основам финансов, но именно неумение применять эти знания в реальной практике. То есть хромает, ну в кавычках, да, можно я так скажу, термин хромает именно функциональная финансовая грамотность, не только у взрослых, но и у учащихся. Поэтому одна из основных сейчас проблем, стоящих перед российским образованием в целом, это повышение именно уровня функциональной грамотности учащихся. Я сейчас говорю в целом, это пока не для воспитателей, да, но это для тех, кто учителей. И давайте мы с вами, я сразу не запустила, немножко вы так передохнете, я изучу аудиторию. Я запускаю опрос. Ну, если вам не сложно, да, поставьте, пожалуйста, галочку, кто у нас сегодня присутствует, чтобы я больше внимания обращала. Так, ну, вам показываю результаты, да, то есть кто у нас. Обычно у нас больше всего педагогов дошкольного образования, но сегодня у нас есть и вузы, и библиотеки, и техникумы, да, и школьное, все уровни школьного образования. Ну, вот замечательно, поговорим немножко обо всех, да, где всем черпать информацию по проектированию программ и включению в свои дисциплины финансовой грамотности. Угу. Да, я вижу. Так. Угу. Спасибо огромное. Сейчас я зафиксирую себе сразу. Потом вам в конце могу покажу, если вам не видно. Хотя я галочку ставила, чтобы вы тоже опрос увидели. Так, останавливаю опрос. Итак. Функциональная финансовая грамотность в рамках вот этого международного исследования ПИСА проводится по трем направлениям. То есть непосредственно знание финансовых тем, да, то есть начиная с видов денег, планирования, управления финансами, то есть финансовый план, семейный бюджет, риски вознаграждения и в целом финансовые организации и финансовые рынки. Кроме этого, оценивается познавательная деятельность, то есть как дети могут анализировать финансовую информацию, как они могут осуществлять расчеты, то есть применять свои знания и оценивать финансовые проблемы. И еще один пункт, по которому именно у нас проседание в оценке, это применение в обычной жизни своих знаний, то есть тех знаний и умений, которые они получают в рамках финансовой грамотности, дети не умеют, да, то есть очень слабо умеют применять эти знания на практике, ну, в разных направлениях, да, дома, в школе, в целом в обществе, да, в экономике. Ну и регулировать личные траты и досуг. Спасибо всем огромное, что поучаствовали в опросе. И даже кто не поучаствовал, здесь мне написали. Да, очень-очень у нас сегодня разнообразная аудитория, то есть захватывающая все уровни образования. Мы как раз поговорим о всех уровнях образования. Но что касается функциональной финансовой грамотности, это касается школьного образования, ну, затрагивая с где-то 5-9 классы, потому что обследование проходит именно 9 классов, то есть 15-18 лет школьники подпадают под обследование. Я как раз сейчас, не совсем это в тему финансовой грамотности, но это в тему развития именно функциональной грамотности, повышения уровня функциональной грамотности. Можете пройти по вот этой ссылке. Сейчас Яндекс проводит марафон функциональной грамотности. И в рамках этого марафона, там некоторые, конечно, мероприятия уже недоступны, это потому что марафон длится с конца октября по конец ноября, там по 20 числа ноября. Но там вот по этой ссылочке есть тестирование. Тестирование уровня функциональной грамотности педагогов, учителей. Очень хорошее задание. Я прошла это тестирование. И после тестирования вы можете выгрузить себе, кроме сертификата, бесплатно, вы можете выгрузить себе еще и результаты тестирования с рекомендациями по каждому виду функциональной грамотности. В том числе и по финансовой грамотности, с рекомендациями, с активными ссылками, как повышать свой уровень функциональной грамотности. Это просто для общего, да, развития, что у нас сейчас стратегии, и у нас создан отдельный институт, занимается даже не один, а несколько институтов, то есть ведущие вузы занимаются разработкой заданий по функциональной грамотности, то есть перерабатывают методические задания. И, ну, давайте в конце вебинара, не вижу, я ссылку сюда не вставила, в конце вебинара я в чат брошу ссылочку на эти банки заданий по функциональной грамотности, в том числе и по финансовой грамотности. И давайте все-таки дадим вообще определение, раз уж мы собираемся проектировать финансовую грамотность и внедрять ее в образовательный процесс, давайте такими простыми словами, я уже с точки зрения, это мое личное определение, оно не претендует на полноту, да, то есть я попыталась просто простыми упрощенными словами с точки зрения функциональной финансовой грамотности дать определение. То есть мы должны не только знать, да, основы финансов, личных финансов, но и уметь ежедневно использовать их для успешного, да, то есть управления личными финансами. Что такое успешное управление? Это когда мы можем ставить себе финансовые цели и достигать этих целей, то есть делать накопления и создавать себе пассивный доход. Не только в виде там заработной платы, а именно в виде доходов от инвестиций, доходов, может быть, от сдачи в аренду недвижимости и так далее. То есть когда у нас расширяются виды доходов. Либо доход мы получаем, может быть, еще от предпринимательской деятельности, от самозанятости и так далее. То есть когда мы говорим о том, что мы можем управлять своими личными финансами успешно, вот тогда у нас будет именно достижение вот этой функциональной финансовой грамотности. То есть когда мы знания умеем использовать. И кроме этого мы можем научить этому и наших детей. Имеется в виду дошкольников, школьников, студентов. И когда мы говорим о проектировании основ финансовой грамотности, я бы обратила внимание на несколько этапов. Тоже чисто мой авторский подход, да, на основании своего опыта, на какие бы этапы я разбила вообще проектирование образовательного процесса именно в плане финансовой грамотности. Ну, это можно использовать не только в плане финансовой грамотности. На первом этапе я считаю, что мы должны сначала оценить свои компетенции как педагогов, да, компетенции именно в области финансовой грамотности, то есть в той области, в которой мы собираемся обучать и создавать образовательную среду. То есть для этого мы должны честно, да, беспристрастно попытаться оценить сами себя. Если мы не можем сами себя оценить, то тогда ищем ресурсы, которые могут нас оценить и показать нам на наши пробелы, если мы, ну, не можем самокритично, да, посмотреть и назвать, в каких областях у нас пробелы. Дальше. Кроме этого, на входе, да, когда мы оценили, увидели свои пробелы, пошли, повысили свое образование в этой области, мы приступаем к оценке уровня знаний учеников на входе. Да, то есть так называемое входное тестирование, собеседование, просто беседа. То есть мы, любой педагог, заходя в любую группу, в любой класс или дошкольную, он всегда пытается установить контакт с учениками и попытаться определить их уровень. Не обязательно на это тратить много времени. Иногда достаточно нескольких вопросов, и мы примерно уровень уже знаем, от чего отталкиваться. Кроме этого, мы с вами проанализировали нормативно-правовую базу, но еще не всю. Сейчас мы все-таки выстроим еще раз цепочку этой нормативно-правовой базы, на основании чего мы будем разрабатывать рабочую программу. Ну и обязательно образовательные ресурсы. Ну, то есть, другими словами, если очень кратко, мы анализируем все, что у нас есть на входе. То есть свой уровень, уровень своих учеников, какими мы должны руководствоваться нормативными актами, локальными актами. Дальше мы ставим, когда у нас есть уже базовый, да, анализ, что мы имеем, что у нас есть, мы ставим цели образовательные. То есть чего нам нужно достигнуть. Если мы говорим о школе, средней школе, то нам на выходе, то есть в конце 9 класса, нужно пройти обследование по функциональной финансовой грамотности, вот это международное обследование ПИСА. Поэтому для школьного педагога понятно, для дошкольного педагога постановка целей, да, чего нужно достигнуть. Тоже есть методические рекомендации, в которых мы чуть-чуть дальше будем говорить об этом, в которых есть уровни, что должен знать ребенок, на что обратить внимание в разных возрастных группах, в старшей группе и в подготовительной группе. То есть от 5 до 7 лет у нас есть разбивка тоже по критериям оценки именно финансовой грамотности. Уже разработанное, уже нам рекомендованное, то есть нам не надо ничего выдумывать. Когда мы поставили цели, то есть что мы будем достигать, мы, естественно, подходим к чему? К выбору, при помощи чего мы будем обучать, да, то есть выборы, какие методы, технологии обучения. То есть мы пытаемся спроектировать развивающую образовательную среду, то есть занимаемся поиском, выбором инструментов, разработка, когда мы уже выбрали инструменты и определились, при помощи чего будем обучать, мы разрабатываем, возможно, не хватающие дидактические материалы, если мы будем пользоваться своими материалами, свою программу разрабатывать. Мы в своей программе просто делаем ссылки, что мы взяли за базу, да, чью программу нам никто не запрещает брать примерные, так называемые парциальные программы, уже разработанные. Просто мы в своей программе делаем ссылку, что за базу мы берем вот это направление. Когда мы со всем этим определились, приступаем к обучению. Но я бы назвала это обучение взаимодействия, да, внутри развивающей образовательной среды. Причем развивать не только нужно детей, но и себя, да, потому что мы каждый день тоже учимся. И вот взаимодействие внутри такой среды мы с вами развиваем и себя, и учеников. Ну, то есть мы отвечаем на вопрос, как обучать. После того, как мы завершили обучение, естественно, мы должны проанализировать, достигли ли мы результатов, то есть поставленной цели, которую мы вот во втором пункте поставили. То есть, и насколько мы достигли этих целей. И в конце, уже в зависимости от того, достигли или не достигли мы результата обучения, мы уже пересматриваем методы. Если мы не достигли, если для данной группы не подходит такой метод, мы, допустим, дорабатываем нашу развивающую образовательную среду, может быть, используем другие методы. Ну вот как бы краткий такой чек-лист, да, или этапы по проектированию основ финансовой грамотности в целом, без разницы, на каком уровне образования. Я бы обратила внимание именно на эти вопросы. А дальше, так как мы говорили о уровне наших компетенций в области финансовой грамотности, не всегда мы сами можем их оценить, то сейчас очень много проектов, но обращайте, пожалуйста, внимание. Видите, вот здесь значок, сейчас, может, это у меня указка зависла, указка, да? Ну ладно, «Дружи с финансами» вверху. Национальная программа повышения финансовой грамотности граждан. Вот это будет основной значок, основной проект повышения уровня финансовой грамотности. Это национальная программа. Если вы видите этот значок, значит, экспертиза, да, данных материалов была проведена, образовательных материалов, и ими можно пользоваться. Так вот, на этом сайте «Дружи с финансами» есть раздел именно финансового тестирования. Вы когда зайдете, вы увидите уровни тестов и видите, вот здесь внизу есть разные варианты. Можно зайти просто вот желтенько гостем, зайти на эту кнопочку и попробовать себя протестировать. Не обязательно там регистрироваться. Но вы можете зарегистрироваться, вы можете здесь учеников своих тестировать и сами тестировать. Тестироваться по разным уровням образования. Можно зайти на сам сайт «Дружи с финансами», там есть еще тесты отдельные для взрослых по другим направлениям. Но вот я рекомендую быстро, можно протестироваться на таком простом уровне, протестировать свои знания на уровне вот начальной школы и основной школы, вот здесь по этой ссылке. Вот когда вы протестируете, увидите свой уровень, там, естественно, результат вам будет выдан в тестах, и посмотрите, там рекомендации тоже даются, какие темы вам нужно подтянуть. И уже исходя из этого вы будете проектировать и выбирать, а какие темы вы можете, да, то есть подать для учеников, то есть ну, как бы включить в свой образовательный проект. Причем для детских садов, мы сейчас будем говорить, да, о детском саде, смотрите, проанализировала стандарт дошкольного образования, ни одного слова именно о том, куда включать финансовую грамотность, нет. Но в методических рекомендациях, которые разработаны Министерством просвещения, есть именно методические рекомендации отдельно по экономическому воспитанию дошкольников. Там есть и тематика, и какие термины по возрастным группам должны изучать дети. Все это в этих методических рекомендациях есть. И есть основной образовательной программы. Ну и в соответствии с ФГОС вы видите, что здесь часы это в разрезе недели. Естественно, делается учебный план в разрезе года, то здесь вот мы проектируем финансовую грамотность. Так, сейчас попробую еще раз указочку. Обратите внимание, именно в части, формируемой участниками, то есть в вариативной части. Вот здесь и дошкольные образовательные учреждения, и школы рекомендуется включать либо факультативы, либо курсы именно в вариативную часть. То есть часть, или еще и называют региональный, да, компонент, как тот, который мы можем включать в нашем образовательном учреждении, в нашу основную образовательную программу. И уже когда мы включили в основную образовательную программу, вот внутри этих часов по разным группам мы можем делать какие-то отдельные рабочие программы. И вы видите, я здесь привела, мне понравилась эта программа, достаточно полная программа по разным направлениям, с различными тематиками, мероприятиями и так далее. Пройдете по ссылочке в презентации, посмотрите, пожалуйста, это именно детский сад общеразвивающего вида и программа по финансовой грамотности, в познавательной деятельности. Именно она создана. Автор Волкова Ирина Александровна. Мне эта программа понравилась. Вот я несколько программ изучила. Сейчас в интернете вы можете, в принципе, сами поискать программы. Но вот одна из таких программ достаточно полно рассмотрена. Вот в данном случае качественная программа. Очень кратко, да, то, о чем нам говорят метод рекомендации. Чему же мы должны научить детей в возрасте 5-7 лет. В метод рекомендациях этот возраст разбит на две группы. То есть сами прекрасно понимаете, как педагоги, что у детей в этом возрасте есть различия в развитии. Поэтому понятия основные разбиты. И для детей, которых 5-6 лет, да, то есть здесь даже 4-6 лет, для них самое главное, это самые-самые такие основы вообще, что такое деньги, что они существуют, что при помощи денег можно приобрести товары, можно при помощи, то есть как учить, да, то есть это сказки, мультфильмы, рисование, магазины, игры в магазины, ролевые игры, профессии, да, то есть игровые ситуации в профессии. И детки, которые дошкольники, естественно, у них в большинстве своем воспитатели разрабатывают сценарии. То есть сами дети просто играют роли, которые им предлагают в этом возрасте. Поэтому здесь воспитатель выбирает уже подгруппу, какие он будет использовать технологии обучения. Обычно это игровые обучения, Можно внеклассное чтение, да, то есть рассказов, пословиц, можно там целую карту по разным терминам, по сказкам составить. То есть у нас там были разные вебинары, и вот следующий вебинар я тоже хочу посвятить именно там игровым технологиям, интерактивным технологиям. Сейчас кратко вот такие мероприятия. И еще в конце, ну, если найду быстро ссылочку на нашу копилочку на доске Padlet, у нас тоже есть копилочка «Дети и деньги» по различным образовательные ссылки именно для детей, дошкольников и младших школьников. Там больше всего материалов. То есть обратите внимание, вы должны заложить ребенку понятие вообще, что такое деньги, что деньги — это не просто, ну, товар, да, а это результат труда и создания какого-то продукта или услуги. То есть деньги можно заработать, и деньги можно обменять на те товары, которые хочется. Но в этом же возрасте, да, при выходе из садика, ребенок должен четко понимать уже и такие понятия, как щедрость, жадность, ценность денег. То есть вот с этой точки зрения мы закладываем, я очень кратко, беглый, да, такой обзор, но вот с этих позиций мы закладываем. Более подробно об этом вы можете почитать именно в методических рекомендациях. Если мы сейчас вернемся, я еще раз вернусь сейчас на эту страничку и отправлю именно наших педагогов. Так, сейчас. Вот она, 8-й пункт. Методические рекомендации для педагогических работников по реализации основной образовательной программы дошкольного образования в части экономического воспитания дошкольников. Это именно рекомендации Министерства просвещения. Вот, даже с сайта Минобра это все. Так. Ну, а мы идем дальше, и я еще, кроме этого, да, рекомендации, какие же еще программы использовать, уже готовые. То есть вам придумывать что-то самому вот прям с нуля уже не придется. Очень много материалов, и для дошкольников, именно для экономического воспитания дошкольников курирует Банк России. И он разработал примерно парциальную образовательную программу для детей 5-7 лет. И здесь вы видите разделы, да, то есть программы. К этой программе, вот здесь по ссылочке, когда вы пройдете на сайте Финкультура, это сайт Банка России, на нем образовательный портал Банка России, на нем будет полностью программа со всеми методическими рекомендациями, раздаточными материалами. То есть здесь вы найдете полный комплект вот этой парциальной программы, то есть все, что вам нужно. Но единственное, в электронном виде все материалы будут. Кроме этого, ну, такой небольшой обзор программ вообще по финансовой грамотности, которые уже много лет, некоторые из них используются в практике дошкольных образовательных организаций. Я думаю, что здесь сегодня с нами присутствуют воспитатели, может быть, даже авторы этих программ. То есть я, ну, такой краткий обзор, ну, не совсем краткий, да, но тем не менее. То есть среди них есть и ссылки, которые в бесплатном вот доступе, например, вот известная программа «Приключения кота Белобока» или «Экономика для малышей», это волгоградская практика, она тоже есть в свободном доступе, полностью вся программа вот здесь по этой ссылочке. И кроме всего прочего, ну вот различные программы и книги. И здесь вот Афлатот, тоже известная программа. И учебники, метод рекомендаций для воспитателей по финансовой грамотности. Есть от Вита-Пресс, вот такие одни из последних. Есть 17-й пункт, клуб маленьких финансистов от 5 до 7 лет, тоже достаточно известная программа детского сада «Умка». То есть и авторы, разработчики вот азы финансовой культуры для дошкольников, есть экономическое образование дошкольников, отдельно вот детский сад 12 и так далее. То есть я думаю, что вы можете сами познакомиться и выбрать для себя те, может быть, варианты обучающих методик, отдельные, может быть, игры, сценарии игр, потому что, например, вот программа «Кота Белобока», там прямо много сценариев внутри этой программы уже есть и игры, и квесты, и праздники для детей. То есть внутри каждой программы есть отдельные образовательные технологии и мероприятия. И переходим теперь к школьному образованию, ну и к взрослому, да, больше к взрослому. Смотрите, у нас, вот я специально вынесла еще раз рамку базовых компетенций в области финансовой грамотности. Она была разработана на стыке 18-19 года Минфином России, Минпросвещения, Министерством образования и науки, Банком России. И обратите внимание, то есть здесь указаны все центры по финансовой грамотности: Федеральный сетевой методический центр, Федеральный методический центр на базе Высшей школы экономики. И здесь нету, еще есть Федеральный центр, Национальный центр финансовой грамотности, и есть центр финансовой грамотности при Московском государственном университете имени Ломоносова. И чуть-чуть разграничение. То есть, смотрите, дошкольное образование курирует в основном Банк России. Да? То есть вот из таких вот финансовых организаций. То есть и рекомендации Министерства просвещения. Школьное образование, полностью все уровни школьного образования курирует Федеральный методический центр при Высшей школе экономики. Дальше на него ссылочка будет. Что такое рамка финансовой компетентности вот для учащихся школьного возраста? По направлениям, по разделам финансовой грамотности, вот я сейчас сюда перейду, вот они, предметные области финансовой грамотности, все, которые включены в эту рамку, расписаны в этой рамке, вот по тем ссылкам можете пройти и увидеть, расписаны полностью все компетенции, которыми должны владеть в разрезе каждой предметной области школьники и взрослые. То есть ориентироваться на что есть, да, то есть что проектировать. А вот как проектировать, это уже талант каждого отдельного педагога. То есть что он возьмет с собой, да, то есть что ему больше подошло, потому что все педагоги разные, методы у всех разные. Но самое главное – это стремиться именно создать развивающую образовательную среду и с точки зрения именно функциональной грамотности, то есть чтобы дети умели применять эти знания сразу в своей жизни. И это сейчас идет и в рамках там математической грамотности и так далее. Я затрагиваю в рамках именно функциональной финансовой грамотности. По поводу рабочих программ. Изучала много разно. Смотрите, мы с вами давайте еще раз по нормативке пройдемся. То есть чем мы руководствуемся, когда вот просто как педагоги разрабатываем свою рабочую программу. Каждая образовательная организация разрабатывает на основе Федерального государственного образовательного стандарта и примерной образовательной программы свою образовательную программу. И к этой образовательной программе, да, то есть она прописывает в этой образовательной программе, на базе стандарта, все свои цели, задачи, компетенции чем обеспечено, да, методическое обеспечение, финансовое обеспечение, техническое обеспечение программы, и прикладывает к этой образовательной программе что? Учебный план обязательно и рабочие программы, которые разрабатывают уже педагоги в рамках учебного плана, да, то есть в соответствии с учебным планом. А учебный план разрабатывается, естественно, в соответствии с чем? С федеральным государственным образовательным стандартом. То есть структура вот этой базовой там и вариативных частей, обязательных дисциплин и их структура заданы в стандарте и в основной примерной образовательной программе. Но структура рабочей программы. Кроме этого, каждое образовательное учреждение, я думаю, вы знаете лучше меня, обычно разрабатывает что? Положение о рабочих программах. Потому что, например, смотрите, в дошкольном образовательном образовании ни в стандарте, ни в примерной образовательной программе вообще нет речи о рабочих программах и о том, как они должны выглядеть. И о рабочих программах упоминается только в профессиональном стандарте педагога, что он обязан разрабатывать рабочие программы. Поэтому, в принципе, дошкольное образовательное учреждение на основе этих нормативных актов должно разработать что? Положение о рабочих программах. И там пример рабочей программы, структуру рабочей программы. Ну, любая программа, да, то есть что, из чего состоит? Соответственно, из пояснительной записки, ну, пример. Содержание программы, учебно-тематический план и содержание по темам, по видам занятий. Ну, может быть, даже сценарий в себя включает. Здесь уже будет зависеть от учебно-образовательного учреждения. Что касается школ, то структура рабочей программы указана во ВГОС. Обязательно 3 раздела. То есть это планируемые результаты освоения учебного предмета. И обратите внимание, да, я думаю, что вы уже прописывали это все в программах, что изменения у нас именно планируемые результаты мы должны расписать на предметные, метапредметные и личностные. То есть, наконец-таки, мы возвращаемся к какой? Развивающей образовательной среде. То есть, мы это все прописываем с точки зрения взаимосвязи разных предметов. Содержание учебного предмета мы расписываем с точки зрения основных разделов, тем, терминов. Здесь ничего не меняется. Ну и обратите внимание, что тематическое планирование с количеством часов, которые отводятся на освоение каждой темы. Ну, естественно, мы берем учебный план, да, в котором уже обозначена наша дисциплина. А вот внутри и еще обратите внимание, что во ВГОСе и в примерной образовательной программе по уровням школьного образования уже прописаны, что должны осваивать внутри каждой дисциплины. Я изучила стандарты, изучила основные примерные образовательные программы и рекомендации для руководителей и педагогических работников, ну вот, допустим, Ставропольского региона, Института развития образования. И не нашла именно финансовой грамотности пока вот в этих уровнях, я уже об этом говорила в программах. Но вы можете включать на основании уже разработанных учебно-методических комплексов, сейчас я вас отправлю, да, то есть ссылочки там сейчас будут дальше в презентации, вы можете включать вот в эти именно внеурочные, чаще всего рекомендации по финграмотности всех институтов развития образования, это если не включено в обществознание и, допустим, не изучают дети экономику, то в принципе можно, конечно, включать и в литературу, и в историю. Есть уже и УМК, и учебные фильмы с метод-рекомендациями. И можно и в английский язык уже есть метод-рекомендации, и в математику. Но если вы никак, никуда не можете включить, можно рассмотреть и создать программу внеурочной деятельности. И можно, допустим, в рамках классных часов, да, какие-то темы, тематики финансовой грамотности рассмотреть. То есть, а вот как подготовить качественную рабочую программу? Ну, буквально вчера вот я познакомилась с журналом для директоров, то есть помощник директора, Актион Пресс, я давно на них подписана, но я на экономическую тематику именно журнала, а здесь они, смотрю, тоже для образования. И вот я вам ссылочки даю, у вас могут не открыться статьи, но там есть возможность на 3 дня бесплатный доступ получить. Ну, может быть, ваше образовательное учреждение потом и подпишется на этот журнал. Там не настолько дорого, но очень полезный материал. В этих журналах я для себя как бы тоже нашла и вам, в принципе, рекомендую. То есть обращайте внимание, что все программы, структуры есть. Более подробно, вот прям вот там, что должно в программе, ну, посмотрите, статьи очень полезные. Курируют это в основном авторы этих статей, это Московский государственный педагогический университет преподавателей. Ну и кратко, да, если пробежаться по рамкам, что же изучают младшие школьники, то, в принципе, младшие школьники, мы уже не на одном вебинаре, это не первый раз говорю, что у школьников с 1 класса, ну и вот на примере моей дочки, это карманные деньги, да, появляются первые такие, ну, лет там, не знаю, 7-6, может быть, кто-то раньше дает, но обычно уже точно со школы у детей появляются карманные деньги. И причем, обратите внимание, можно давать не наличкой, а можно открыть карты, банковские детские карты, привязанные к вашему онлайн-кабинету. То есть, чтобы ребенок, допустим, не в руках эти деньги, особенно сейчас, да, с точки зрения гигиены, можно и через банковскую карту, если есть возможность в школе, допустим, обеды оплачивать банковской картой. Ну, здесь уже как бы будет зависеть от ситуации. Не везде, возможно, еще есть безналичные платежи. Обратите внимание, что основное – это разумное потребление. Да, то есть мы должны донести, что как бы, чем старше ребенок становится, вот один из таких советов финансистов, да, и психологов, тем реже ему нужно давать суммы денег. То есть он должен четко знать, что ему дают, скажем так, не для обедов там или еще чего-то, а именно его карманные личные деньги, на которые он может планировать. Ну, допустим, там раз в неделю даете сумму, и он должен учиться ей управлять. То есть он может сразу пойти что-то купить, но вы на следующий день ему не даете, то есть это был недельный запас. Это я с точки зрения сейчас родителей, но вы до школьников нужно тоже доносить именно личный финансовый план. То есть чтобы ребенок пытался создавать финансовые цели уже в этом возрасте и пытался делать накопление. То есть если у ребенка вот есть попытка накапливать деньги, то есть достигать каких-то финансовых целей, то ребенок уже начинает развивать свой, как бы, ну, скажем так, разумное потребление. Да? То есть он пытается, возможно, создать там основы финансовой безопасности себе. Здесь основы финансовой безопасности имеется в виду еще мошенники, да, то есть финансовые мошенники, тоже очень много информации. Так, куда вы идете? Смотрите, все уровни школьного образования, в том числе среднее профессиональное образование и детские дома, это все на сайте, все материалы, это Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования. Это Высшая школа экономики. Там очень много материалов по разным уровням образования. Дальше есть отдельно на сайте Дневник.ру библиотека материалов по финансовой грамотности для учителей. Есть библиотека по обучению финансовой грамотности детей младшего и старшего школьного возраста. И если вы все-таки зайдете в группу, ну вот сейчас я уже вам не успею, смотрю, время у нас ограничено. Заходите к нам, присоединяйтесь в группу ВКонтакте и в Фейсбуке. Там у меня очень много материалов именно по финансовой грамотности. Сейчас я вам ссылки продублирую. Давайте так. И там же я выложу презентацию, если вдруг кто-то не успеет скачать эту презентацию. Так, вот я сейчас сбрасываю ВКонтакт. Ну или, может быть, если кто-то в Фейсбуке, сейчас сброшу ссылку на группу в Фейсбуке. Так, вот все, что я не даю на вебинарах, я стараюсь там, ну не прям каждый день у меня посты там в этих группах, но стараюсь все значимые мероприятия отслеживать и делать анонсы мероприятий и примеры различных методических материалов и ссылок. Так, для 5-9 классов уже идет, естественно, функциональная финансовая грамотность, более серьезные темы, то есть уже должны знать, что такое вклады, кредиты, карты, страхование, бюджет семьи уже, мы не просто личный бюджет, а именно участвовать в бюджете семьи. Естественно, для технологий, как учить, ну здесь уже могут быть и проектные работы, и командные игры там. И обратите внимание, есть онлайн-лекции. Ну вот буквально позавчера, кажется, пост делала в своей группе онлайн-лекции именно Банка России на сайте Дни финансовой грамотности. Не помню точно ссылку, но в группе она точно есть, эта ссылка. Заходите, смотрите. Там есть онлайн-расписание на весь год по различным тематикам. И где-то с 6 класса и все старшие классы мы можем присоединить детей, зарегистрировать, и они могут слушать лекции работников Банка России. Ну вот для 11-10 классов тоже здесь ссылка. А вот эта ссылка, смотрите, dni-fg.ru. Вот здесь вот онлайн-уроки по финансовой грамотности от Банка России. Ну и Высшая школа экономики. Для преподавателей вузов, ну вот отдельно я здесь ничего не приводила, но для экономистов говорю, буквально вчера просматривала стандарты, принятые в июле-августе 3++ по основным там бакалаврским направлениям. И я увидела, что есть отдельные именно компетенции, ввели по финансовой грамотности. Курирует именно вузовский сектор по финансовой грамотности. Это Центр финансовой грамотности при МГУ имени Ломоносова. Ссылочки у меня нет, но если вы просто введете Центр финансовой грамотности, либо вы можете зайти на сайт «Ваши финансы» или «Дружи с финансами», нажать в поисковике, ну или вот там, где я вам ссылку делала, и зайти, там все методические центры и все материалы есть на этом сайте. Ну вот обзорно, да, то есть в рамках одного вебинара нереально вот для всех уровней направления, можно только обзорно. Более подробно, если есть желание, я сейчас разрабатываю с коллегами курс по финансовой грамотности для педагогов. Ну, не знаю, насколько успею, хочу запустить несколько блоков, возможно, не в синхронном, да, режиме, а может быть даже в асинхронном режиме. Следите, тоже информация будет и в Директ-Академии, и в группах. Я тогда запущу эту информацию, когда курс будет готов, именно по проектированию основ финансовой грамотности и уже разработке непосредственно лично с каждым, да, кто будет работать, это программы для его курса, либо для его раздела курса, и с подсказками, какие же методики и вообще образовательные, как разработать этот образовательный проект по финансовой грамотности, чтобы было и в соответствии с нормативами, да, всеми выполнялось, и интересно, грамотно, именно образовательную среду. Коллеги, благодарю за внимание. Ну вот у меня как бы кратенько, наверное, все. Вот еще раз ссылочка на эти мероприятия. И еще, если, может быть, кому-то интересно в целом про педагогику, да, то проектирование образовательной среды, вот, ну, один из самых таких хороших учебников. Это учебник Ясвина «Образовательная среда. От моделирования к проектированию». Там именно опыт всех педагогов такой критический опыт, очень интересно изложенный. Благодарю всех за внимание. Если есть вопросы, рада буду ответить. Так, сейчас я проверю вкладочку «Вопросы». Угу. Во вкладке «Вопросов» нету. Все. Если нет вопросов, благодарю за внимание. Встретимся в декабре, мы там будем с интерактивными технологиями. Ну и следите за информацией в группе. Вот Facebook, ВКонтакте. Могу сейчас, ссылка убежала, можете присоединяться. От вас там ничего не требуется, просто подключиться на обновление группы, чтобы вы могли отслеживать интересную информацию. Потому что все олимпиады, мероприятия вот типа семейного фестиваля, мы все с группами, в группах все это есть. Я постоянно делаю обзор. Вот последнее, я работала консультантом на финансовом фестивале. Я все всегда мероприятия освещаю. Все, спасибо огромное. Всем финансового здоровья и благополучия.